Всем привет! Хочу поделиться очень классным тональником компании Reflame. Это Заванова Ласинг. У меня его всегда много, мне очень нравится. Во-первых, тональная основа стойкая, поэтому она не скатывается, не смазывается, не стирается ничем в течение дня. За что она мне нравится больше всего, когда выскакивают всякие несовершенства на лице, она круто их перекрывает даже без использования корректоров. Тон, потом будет пудра. Единственный минус этой тоналки, тут нет SPF. Например, есть SPF здесь, SPF 30, есть в моем любимом CC-креме 20 SPF, поэтому, конечно же, надо использовать дополнительную защиту. Пудру я использую вот такую Живан матирующую компактную. Вообще без пудры не представляю, как можно жить, потому что тональник все равно в течение дня куда-нибудь бывает, уплывает без закрепителя в виде пудры. Румяшки тоже нужны, но румяна, они, конечно, такие противоречивый продукт, с ними нужно аккуратнее, не слишком много, и чтобы не было таких полос. Поэтому очень хорошо растушевывать и прям слегка-слегка, и не ближе двух пальцев до крыла носа. У меня румяна только Giordani Gold, вообще другими никакими не пользуюсь, и даже не хочу. Неизвестно еще, через сколько эти самые закончатся. Брови карандаш Giordani Gold, в складку века тени румяна, запеченные тени на все подвижное веко вот в таком оттенке бежевым, самым светлым, ну и любимая моя тушь универсальная Giordani Gold.